В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. Одним из самых актуальных вопросов повестки оперативного совещания стали сильные снегопады. Представители дорожных служб и управления ЖКХ отчитались, какая работа проводится в округе по борьбе с обильными зимними осадками. В период обильного снегопада привлекается дополнительная техника. Вся уборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС, что позволяет в онлайн-режиме отслеживать уборку заранее утвержденных маршрутов. Люберцы, улица Побратимова, 19А29, закончив двор, управляющая компания в соответствии с алгоритмом, очистив входную группу, тротуар и проезд, приступила к уборке детской площадки. Данный двор, как бы один из первых, был очищен, в том числе детская площадка. Наши жители не должны чувствовать дискомфорт, поэтому, уважаемые руководители, я прошу вас сегодня продолжить эту активную работу, также и завтра до полной уборки снега. С 27 ноября по 3 декабря на маршрутах общественного транспорта провели 10 проверок. Из 37 маршруток и автобусов, которые попали в поле зрения сотрудников администрации, в трех выявлены нарушения. Все устранены на месте. 28 ноября на маршруте 12.30 произошел сбой в работе, а именно не был обеспечен выпуск в полном объеме. С 29 ноября в утренние часы пик сотрудниками Министерства, управления транспорта и перевозчиком ведется дежурство. В ручном режиме осуществляется подача подвижного состава к остановочному пункту и его отправление. Участники совещания ознакомились, какая работа проделана в сфере охраны окружающей среды в течение всего года. А именно расчистка водоемов, экомарафоны, рейды по выявлению источников выброса вредных веществ. Работа над улучшением экологии в городском округе будет продолжена и в следующем году. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.